Иногда процесс украшения дома так увлекает, что люди выходят за границы квартир и начинают развешивать игрушки и рассыпать конфетти на лестничных клетках и во дворах. Когда монтирую в этом году, уже думаю на будущий год, что и как буду украшать. Ну, то есть какие нововведения, может быть, сделать, еще что-нибудь. Ну, людям нравится. Главное, чтобы людям нравилось, нашим соседям. Вроде нравится, отзывы хорошие. Большую часть декораций Владимир Приманчук сделал собственными руками. Управляющая компания, которая работает в доме на Ледокольном проезде, поддерживает такие инициативы. В этом декабре Владимир получил первое место в конкурсе среди самых интересных композиций. У нас достаточно много активных жителей. Сами видели и старшие домов, советы домов, как бы они и так без конкурсов украшают дома. Тут просто решили инициативу поощрить. Деньги взяли, как говорится, из собственных нужд. Вот, поэтому на содержании и ремонте домов это никак не сказывается. Награды, дипломы и подарочные сертификаты. Они стоят совсем немного по сравнению с тратами на украшение целого дома. 50 тысяч рублей – это серьезная сумма для небольшого бизнеса. Каждый год наша управляющая компания украшает наш фонд для поднятия настроения нашим дорогим жителям, для создания новогоднего чуда. Вот. Средства не предусмотрены в тарифе нашем на содержание и ремонт. То есть мы выделяем это из собственных средств. Товарищество собственников жилья от коллег не отстают. Председатели делают все на радость соседям. На Карла Маркса Новый год – общий праздник для всего двора. Зажигают елку, водят хороводы с аниматорами, а малыши получают сладкие призы за участие в конкурсах. Захотелось немножко радости на Новый год, да, немножко веселья. И потихонечку это превратилось просто в нашу традицию. То есть елка во дворе, Дед Мороз, Снегурочка, дети. Радость, веселье. Ну, что-то хорошее в конце года должно ставить такое хорошее завершение. В планах на будущий год продолжить славную традицию. Как говорят люди, главное, чтобы все относились с уважением к чужому труду и общедомовому имуществу. Тогда сказка сохранится до самого февраля, пока не начнут снимать украшения. Даниил Скуратов, Руслан Мавлютов, Максим Чинкин, Борис Савельев, ТВ 21+.